Не только благие намерения. В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи утро началось с доброго дела. Более 120 ребят из трудовых бригад и летнего лагеря совместно с народными избранниками фракции «Единой России» в Совете депутатов организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Ребята из второй смены летних трудовых бригад приняли эстафетную палочку первой. Сегодня они тоже внесут свою лепту в доброе дело. Участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса для подростков имеет большое значение. Ведь крупы, муку, сахар, консервы они купили на заработанные деньги. Я считаю, что мы должны помочь им. Такой нелегкий для их данный момент жизни. И помочь, чем мы сможем. Я первый раз в трудовом лагере, и я очень рада, что я сюда попала. Здесь много всяких интересных мероприятий, где я могу принять свое участие. Почти все ребята уже принимали участие в подобных акциях во время учебного года. Сегодня они собрали более 300 килограмм продуктов. На самом деле это замечательно. Это молодежь нами, благодаря вот тому, что мы не в стороне, проходит, наверное, стадии воспитания, что в трудную минуту нужно помогать друг другу. А наши ребята это понимают, это ценят. И для нас это самое главное. Мы воспитываем очень хорошую молодежь. Все собранные продукты питания отвезли в центральный пункт сбора гуманитарной помощи в Серпухове, во Дворец культуры «Россия». Помощь будет оказываться до тех пор, пока она нужна людям.